Когда Патриция, Рассел и ее семья нашли своего Чихуахуапидла в стиральной машине, сердце его разбилось на мелкие кусочки. Он был один после того, как его лучший друг пожилой лабрадор Грейси умер от рака. По словам Рассел, пидл всегда сопровождал Грейси, рассматривая ее как свою опекуна и оставаясь рядом с ней до самого конца. Он даже лаял на ветеринаров, когда они пытались помочь ее лучшему другу. Он никогда не был один, пока не ушла Грейси, сказала Рассел. Я думаю, что песик забрался в стиралку, так как там лежала наша одежда, и он ощущал запах семьи. От такой мысли мое сердце разбивалось на кусочки. Хотя песик постепенно привыкает к новой жизни без своей защитницы, он все время желает быть около людей. Когда он находит белку во время прогулок, он начинает искать гряси, чтобы вместе охотиться на грызунов. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.